письменность – это когда люди пишут. Украинская письменность нужна для того, чтобы люди знали, кем гордиться, умели писать, читать и писали только красивые слова на заборах, а не всякую гадость. Украинская письменность – это для того, чтобы люди могли помнить на будущее о писателе. День украинской письменности – это такой конкурс, в котором людям дают задания, и они что-то пишут, правильно пишут, и… Чтобы люди писали, чтобы всем нужно читать, и чтобы читать могли все люди. Чтобы научиться людям грамотности, правильно писать, без ошибок. Письменность. Что писать?